Марат Башаров женится в четвертый раз. Избранницей стала актриса Ася Борисова. После развода с третьей женой личная жизнь актера была окутана тайной. Однако в прошлом году он стал появляться в свет с Асей Борисовой, которая моложе его на 13 лет. Актриса отмечает добрый, хрустальный характер своего жениха. О помолвке стало известно 10 декабря, когда Борисова сказала, что ее можно поздравить, и продемонстрировала помолвочное кольцо из белого золота с россыпью бриллиантов. Башаров отмечает, что с новой избранницей стал совершенно другим человеком. Ласковый, тихий и заботливый, умеющий и любящий делать сюрпризы. О своих прошлых отношениях, скандалах и избиениях своих женщин предлагает забыть. Ведь с этой женщиной у него все по-другому. Асю не смущает прошлое своего мужчины. Она о нем знает и не переживает, ведь смогла найти подход и нужные слова, когда любимый человек на взводе.